Друзья мои, еще раз здравствуйте, еще раз 3 октября. Огромное количество событий происходит. Многие из Перми, сотрудник КГБ, бывший Бессонов Сергей Борисович. Еще раз спасибо за поддержку канала. Мы вместе, это самое главное. Друзья мои, ну вот продолжается противостояние, война фактически между Карабахом и между Арменией и Азербайджаном. И вот я, по-моему, говорил об этом, тем не менее я хочу обратить ряд внимания ваших на некоторые нюансы, связанные с этим конфликтом. Вот при развале Советского Союза у нас было 6 станций слежения запуска ракет на территории СССР. 2 было на Украине. Это Севастополь и, по-моему, где-то еще. Да, в Севастополе, под Севастополем была одна. Дальше Волга была в Белоруссии. Одна была в Прибалтике. Одна была в Азербайджане. Одна была в Казахстане. Да. На сегодняшний день фактически функционирует только одна станция в Беларуси. И вот если вы внимательно посмотрите, то конфликты все развивались вокруг этих станций в той или иной степени. То есть и конфликты, и противостояние на постсоветском пространстве, они приводили к тому, что эти станции или не функционировали, или перестали функционировать. Правда, мы построили 2 альтернативные. Мы построили одну под Арзамасом и одну под Воронежем. Эта информация открытая, поэтому никаких тайн я тут не даю. То есть, фактически 2 станции на Украине перестали, Мукачево и Севастополь, перестали функционировать. Данные нам украинская сторона перестала передавать в 2012 году и даже позже, в 2014. И фактически в 2014 году демонтировала все оборудование. В Азербайджане тоже станция была фактически демонтирована в 2013 году. Теперь в Казахстане тоже она через раз передает эти данные и, так сказать, фактически не функционирует. Да, ну в Прибалтике понятно, в 92-м году перестала функционировать и так далее. То есть основа, более того, чтобы вы понимали, в какой ситуации мы находимся. Вот это могут понять только специалисты. Я, к сожалению, молчат, потому что люди боятся. При Путине, Владимире Путине, мы ликвидировали станцию «Мир». Это тоже она выполняла функции слежения, то есть слежения запуска ракет. Тогда еще системы спутниковых, которые сейчас их не было. Но даже если система спутников она появится, должна быть система дублирующая. Вот любая система безопасности в войсках, в армии, она одна дублирует другую. Так же, как, например, любое оружие, то более техника атомная, она всегда там есть рассчитана на дурака, понимаете. То есть пока вы определенный алгоритм действий дублирующий не выполните, никакой ракеты не запустите. Поэтому, когда нам рассказывают сказки про аварию на Чернобыле, якобы там ради эксперимента один инженер. Но это все для дилетантов, я не хочу это обсуждать, потому что это не может быть, потому что это не может быть никогда. Вся техника, связанная с атомной энергетикой и так далее, с атомным, она имеет двойную, тройную, четверную систему защиты. Дальше, значит, мы закрыли, то есть станцию «Мир» мир утопили, не имея системы слежения запусков полноценной. Мы закрывали станцию в Ургас, в этом, на Кубе, да, мы просматривали запуск ракет на территории Соединенных Штатов Америки. На сегодняшний день запустили, говорят, обратно на Кубе, систему спутников создали. А вот станции у нас осталось 3. Волга, которая фактически на сегодняшний день является станцией управления подводным флотом, параллельной функцией. Ну, так была рассчитана система. Ученые в СССР считали, что наиболее место подходящее там. И вот 2 открыли в под Воронежем и под Арзамасом. То есть говорят, что мы вели переговоры с Азербайджаном о том, что мы возобновляем работу станции, вот, которая 160 километров западнее от Баку находилась, слежение. Вот после чего вдруг ситуация меняется, конфликт с Арменией и Азербайджаном. Дальше у нас база в Ереване, в Азербайджане, в Армении крупнейшая наша база. То есть понятно, что, так сказать, переговоры по строительству и начало функционирования вновь 4-й базы по отслеживанию запуска ракет, они оттягиваются потом в связи вот с этой ситуацией, которая нарастает, тем более, что у нас есть договор с Арменией об оказании помощи военной. И как вот мы сейчас будем? Если мы по договору обязаны оказывать помощь, но это конфронтация с Азербайджаном, а следовательно, никаких переговоров о открытии станции слежения не идти не может.
Поэтому вот истинная причина, она как раз вот в этом. Да? А все остальное – это политические игры. Игры. Да? Нам не хотят, не хотят нам, так сказать, возобновить систему контроля запуска ракет, которая вот у нас была. Она дублировала. Да? Наземные станции, спутники, плюс корабли были, которые выходили в море, следили, плюс космические станции, плюс станции на Кубе, в Украине, Прибалтика. Сегодня осталось фактически с двумя новыми введенными, осталось три. Да, три. Ну и в Казахстане еще более-менее работает. Через раз и вот хотели запустить в Азербайджане, но сейчас, видимо, уже не восстановим. Вот в чем причина конфликта. Поэтому, конечно, мы должны сделать все, чтобы конфликт, что называется, остановить. Потому что гибнут люди, наши граждане бывшие. И мы ничем ответственны за то, что происходит в этом регионе. На постсоветском пространстве не должно быть никаких вооруженных конфликтов. Тем более в отношении двух республик Советского Союза. Поэтому такая ситуация. Спасибо, Ваше. Бессонов Алексей Борисович.